Джон наконец погладил призрака. Теперь восьмой сезон официально прощен. Ну а если серьезно, главное шоу планеты подошло к концу. Конечно, не в идеальной форме, но все-таки слишком сильны заслуги Дейенерис, Джона и других ребят в наших сердцах. Поэтому обсудить концовку главного события года определенно стоит. О чем думала Дейенерис перед смертью? В какую игру играл Бран? И самое главное, что будет дальше? Мы постараемся ответить, а вы постарайтесь сформулировать свои впечатления о финале в комментариях. Потому что нам сложновато это сделать. С одной стороны, финальная серия определенно стала чуть ли не лучшей в истории, а с другой, слишком уж много мелких недочетов в ней кроется. Если резюмировать, вкратце мы имеем простую истину. Старки правят континентом, Джон — король за стеной, Санса — королева севера, а Бран — король шести оставшихся королевств. И вишенка на торте — Арья в лице Христофора Колумба, которая планирует исследовать еще больше земель, чтобы присоединить их к королевствам братишки. А если подробнее, то как минимум в судьбе Джона есть пара непонятных моментов. Допустим, он сам признался безупречным, что убил Дейенерис, ведь ее тело унес с собой Дроган. Допустим, король ночи не уничтожал стену сезоном ранее, и она снова стоит как новенькая. Но почему снова покинул ночной дозор? Отчетливо видно, что он присоединяется к одичалам и уходит с ними за стену. А значит, он не тысячный командующий дозором, а второй король за стеной. Многие фанаты остались в недоумении, ведь белых ходоков больше нет, а значит, и охранять Вестерос не от чего. Но здесь стоит вспомнить, что дозор — это не столько реальный дозор, сколько мини-тюрьма. Сюда отправляют тех, кто совершил преступление. И если проводить аналогии, то ребята на стене — это Австралия, куда британцы сослали около 200 тысяч человек. Но опять же, Джон ушел за стену. И получается, нарушил волю серого червя и приказ короля. Здесь мы упираемся в несостыковку с прошлыми сезонами. Нам отчетливо заявляли, что ночной дозор находится под управлением севера. Санса выбила у Брана независимость, и теперь это отдельное государство. А значит, девушка легко могла отменить наказание, наложенное королем на своего сводного брата. Но не стала этого делать, став королевой севера вместо него. И на этом наш большой привет сценаристам не заканчивается. Вообще, выход финального сезона «Игры престолов» для русских зрителей омрачился кучей проблем. Задержки и трудности официальной русской трансляции не позволяли нам насладиться сериями одновременно со всем миром. Как избавиться от таких проблем в будущем? Конечно же, смотреть сериалы в оригинале. Английский язык — это не так сложно, как кажется. Особенно если учить его с персональным преподавателем и использованием передовых методик. И для этого совсем не обязательно выходить из дома, достаточно посетить онлайн-школу Skyeng. Никаких учебников, учить язык можно даже по фильмам. И для этого подготовлены бесплатные рассылки. График не проблема. Skyeng подберет удобное вам время учебы в любой ситуации. А еще имеется прекрасное приложение для заучивания слов и уроков, даже если вы летите куда-то к центру галактики под впечатлением от «Игры престолов». Только задумайтесь, один клик по ссылке в описании отделяет вас от того, чтобы слушать настоящие голоса актеров, получающих миллионы за участие в фильмах. Переходите, и вы не пожалеете. Ведь независимый север не проблема, ибо Бран принадлежит к семье Старков. А значит, претендовать на должность правителя шести королевств он не мог в принципе. Забудем этот момент и вспомним, как яро отстаивали свою независимость Дорны и Железные острова. Если что, жители пустынь в свое время не смогли покорить даже Таргариены. А здесь они такие согласились быть шестерками Королевской гавани. Как и железнорожденные, что устраивали бунт даже под руководством Роберта Баратиона. Да и зачем вообще Сансе нужна независимость севера, пока на троне сидит Старк? Оставим эти вопросы сценаристам и поговорим о забавном факте. А именно о том, что Бран Старк — трехглазый ворон. И этот пикантный факт разбивает стройные слова Тириона о том, что короли теперь будут выбирать. Не в ближайшую сотню лет, дружище, ибо вороны живут гораздо дольше обычных людей. И Бран будет править, ну, уже очень долго. Ни одной демонстрации его способностей мы не увидели, но описания достаточно, чтобы заявить, что Бран еще больше убийца, чем Дейенерис и Серсея. Ведь он предвидел все жертвы, что ждут Вестерос в будущем, но и пальцем не пошевелил, чтобы кого-то спасти. Мстители будут недовольны, и вопрос о том, кто настоящий безумный король, так и остается открытым. Впрочем, кроха способностей Старка имеется. Он намекает, что может связаться с выжившим драконом. Весь сезон мы ждали, что Бран продемонстрирует способности Варга и будет управлять драконом. Не срослось, но нам хотя бы намекнули на такой исход. К сожалению, здесь снова стоит отметить отвратительный сценарий. Когда Тирион спрашивает Брана, хочет ли он стать королем, тот дает понять, что да, а через минуту заявляет, что не хотел им быть.
Ох, не зря петиция о пересъемке сезона с другими сценаристами перешагнула миллион подписей. Поговорим о самой больной теме – Дейенерис Таргариен. Эмилия Кларк в своем трогательном прощании с фанатами в Инстаграме ни словом не упомянула ее безумие. Напротив, девушка описывает, как прикипела к героине и определенно не разделяет ее судьбу. Эмилию понять можно, ведь несколько сезонов назад Джон не смог убить любимую одичалую Ингрид, даже зная, что она резала северян направо-налево, как свиней. Позже Сноу не смог убить невинного старика. И за минуту до убийства Дэнни говорил о том, что людей надо прощать. Не самая логичная смерть, пусть и снята она просто прекрасно. К несчастью, Эмилии винить в ее гибели только сценаристов шоу было бы глупо. Ведь наметки концовки нам давал сам Джордж Мартин. А значит, как минимум, итоговая судьба всех героев ровно такая же, как и в книге. Беда лишь в том, что к безумию Дейенерис Мартин определенно подводил бы на 300 страниц, а не звонками колокольчиков. Да и вообще в этой серии Дэнни не демонстрировала признаков поехавшей. Напротив, ее лицо магическим образом снова стало обычным, и девушка была счастлива. Да и в момент смерти она была больше похожа на себя из первых сезонов. Сомнительно, чтобы она согласилась с Джоном, но как минимум Дэнни побыла королевой, а значит ушла из жизни счастливой. Тем грустнее было наблюдать за итогом. А еще грустнее за тем, что безупречным оказалось плевать на свою королеву. Это, пожалуй, самая нелогичная деталь серии, ведь по логике прошлых сезонов серый червь должен был убить Джона на месте. Ему, как жителю другого континента, плевать на законы и обычаи Вестероса. И то, как серый червь послушал Тириона и нового короля, вызывает вопросы. Но сняты сцены действительно хорошо, так что о плохом не будем. Поговорим лучше о том, что дело Дейенерис живет, и работорговцы всего мира продолжают погибать от рук безупречных. Которых, по логике сериала, после многочисленных битв должна была остаться пара тысяч. Но по логике сценаристов их снова десятки тысяч. Возможно, в этом деле ребятам помогут дотракийцы, судьбу которых так и не показали. Но судя по кадрам, после битвы с Королем Ночи они также воскресли. И, быть может, поплывут устанавливать демократию с безупречными. Ну а Вестеросом будет править Бран Старк и его новый совет. Тирион таки выполнил обещание и отдал Бронну Хайгарден и должность мастера над монетой в довесок. Худшего кандидата найти невозможно, ведь Брон показал себя самым жадным персонажем всего сериала. Будем надеяться, после получения замка это изменится. Что до остального, стоит отметить, как трогательно Бриенна вписывала в книгу о лордах командующих историю Джейми. Она отметила, что он сражался в Винтерфелле как герой и умер, защищая свою королеву. Теперь Бриенна сама лорд командующий Королевской гавани и вместе с Подриком будет защищать Брана от всего. На секундочку, эта должность запрещает наследников, а значит, у дома Тартов их пока нет. Бриенна была главным, и ее пока еще живому папане предстоит постараться, чтобы изменить ситуацию. Ну а Сэму Тарли плевать на свой дом, последним мужчиной которого он остался. Парень заделался мейстером, помог в написании книги, осуществив фанатскую теорию, и даже попробовал внедрить в Вестеросе голосование. Он получил все, что хотел, и наверняка счастлив. Как и старина Луковый рыцарь, повидавший столько дерьма, что и думать страшно. Как и Ария, которая отправляется в путешествие на новые земли. Видимо, контузия здорово отбила ей память, ведь девушка заявляла Джону, что выжившим Старкам нужно держаться вместе. А как только это стало возможным, сбежала, куда глаза глядят. Но сейчас хочется говорить не об этом. И даже не о том, что сразу после битвы в Королевской гавани, как по заказу, пошел снег. И не о том, что Джейми и Серсея, как оказалось, умерли в метре от безопасного пространства, которое не задело камнями. Как бы то ни было, мы увидели концовку крутейшего сериала в истории. Все начиналось с Неда Старка и далекого первого сезона. И теперь история завершилась. Стоит отдать должное невероятным актерам, которые выложились по полной и срослись с персонажами. Вспомнить о ребятах за камерой, которые проделали мощнейшую работу от и до. Восхититься космическими саундтреками, от которых мурашки выступают даже на кончиках волос. И, конечно же, проститься с Дейенерис, бурерожденной. Плевать, что с ней сделали сценаристы. Эмилия Кларк и ее мать драконов навсегда останутся в наших сердцах, как самые справедливые и сильные женщины. На этом у нас все. Но это только пока. Совсем скоро мы расскажем вам много историй о прошлом и будущем «Игры престолов». Так что оставляйте свои буквы F в комментариях и выражайте респекты главному сериалу человечества. До скорых встреч, друзья!